И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы начинаем играть в инди-хоррор под названием September 7th. То есть 7 сентября, как-то так. Продолжить это я смотрел, играет ли игра или нет, нормально все или нет. Чуть-чуть там просмотрел, ну, там капелюшечек вообще, там даже сюжета ничего не было. Просто стоял, смотрел, запустится она или нет. А начинаем, новая игра. Вот здесь я, в принципе, посмотрел, и все, как бы ничего больше не было. Походил, попрыгать здесь нельзя. Здесь вон какой-то чудик стоит. Тебе придется продолжить мою игру. Какую игру? Я и так играю в игру. Звезда. Что надо? Ты что, дурной? Ржет так еще, как и... Гогочет, как и... Это гусь, он как гусь гогочет. Так, несколькими часами ранее. Скоро пойдет дождь, нужно идти домой. Что там? Миру мир. Дима, 19:00 вечера. А что так темно-то в 19:00 вечера? Пойдем домой. Включить зажигалку. Пойдем, включим. От нее толку-то? Нужно идти домой. Да я-то откуда знаю, где твой дом? Ты мне показал вот этот миру-мир и все, как бы. А куда идти? Налево, направо? Я что, дурной? Я понимаю. Игра, кстати, называется 7 сентября. Это как это, как песня есть. Я календарь переверну. И снова третье. Только стоит такая 7 сентября. Сюда? Угу. Это же эти, типа, с мема, да? Один, типа, такой... Смотрит, а вторая типа смотрит на него. Типа того, да? О, мяч. На! Бляха, он закатился туда. Мне потом соседи... Да... А куда он делся-то? Он сюда... А, вот он. Ну и сиди здесь, в подвале. Кто-нибудь обязательно возьмет. Так, что здесь написано? Здесь что-то корякули. О, карта та-та-та. Здесь даль. Офигеть, это что такое? О, матрешка. Так, какие-то сатанинские знаки. Что за фигня происходит? Так, это... Это все дождь. Это не слезы. Так, болторез. Какой болторез? Кто болторез? Так, ага. Какие-то надписи. О, кошак. Погладим кошака. Обнимаю, приподнимаю. Никита Сударь. Чего? Какая у него... Какой он... Как плюшевый кошак. Это, наверное, и есть сюрприз. Какой сюрприз? Что такое? Аня плюс Дима. А, у тебя здесь любовь. У тебя тут бабёхи дают. Типа подарки тебе, да? Ничего себе, ты тут популярный, оказывается. Так, папа отключает электрическую артерию. Нужно его включить. А зачем он его отключает? Тап, посмотреть задачи. Включи свет во всей квартире. Ой, бляха, сиськи. Сиськи, фу, фу, не смотреть. 18-19, 50 миллионов плюс. Только тогда тебе можно будет это все смотреть. Че ты сразу вылупил свои зеньки? Я видел, старый. Фу, старый, молодой ты извращенец. Как не стыдно-то, а? Там еще эти сиськи какие-то не непон... Это, маленькие, видимо, подростков. Ну как ты, ну это Аня, походу, да? Твоя Аня, что ли? Не стыдно тебе? Ты в школу вроде ходишь. Какие Ани, какие... Так, проверь подарок, а. Какие Ани, какие сиськи? Вы что творите? Что это такое? Ты что такое? А, ну неплохо, да. Какая уродливая кукла, где она ее взяла? Да не знаю. Выкинуть бы ее, наверное, лучше.
Куда ее здесь, такую куклу? Хотя, если сейчас выкину, она придет, скажет, а где мой подарок, а где моя кукла? А ты скажи, а я выкинул. А ну все, ну иди в жопу, больше дарить ничего не буду, трогать не буду, давать и вообще рисовать тебе сиськи свои не дам. Все. И Дима у нас без сисек. Так, да-да-да. Куда мне, свою комнату? Пойдем. Это моя комната? Или вот это моя комната? Наверное, вот это все-таки моя комната. Так, что это такое? Сентябрь. Какой? 2009. Как здесь все? Что такое? Разберу рюкзак. Прошло уже 3 недели, как я учусь в новой школе. Теперь я с Саней в одном классе. Хоть это меня радует. Ну да, хоть кто-то дает рисовать. Там вот это вот, вот это твое, вот это сраное, да? Или это чисто твои фантазии? Да нет, она рисовала с кого-то же. Интернет опять лагает. Чё это такое? Это Ютуб? Где там? В натуре Ютуб. Это Ютуб? Так, а чё тут? Чё такое? Ну... Дима, я так рада, что мы с тобой учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, я так не хотела расставаться. Ну, серьезно, ну, понятно все с тобой. Позвони мне сегодня 20:00. Папа в это время уйдет из дома, я смогу поговорить. Бесстыдники, Аня плюс Дима. Мама обычно оставляет записки на холодильнике, и я не успел прочитать, что будет дальше. Видимо, получу от мамы этот... Посмотри список задач. Фу. Сиськи, фу, ну как-то не стыдно же, а, такое рисовать. В этой квартире неисправна проводка, постоянно вырубает свет. А то, что кто-то ходит, это нормально? Или это наверху такие слоны? Бляха, муха, ты кто-то... А ты почему сидишь? А ты больше стал, мне кажется, нет? Ты что, растешь? Это что ли? Чего? Он, ты уже повернут. А, кстати, пойдешь на превьюшку ко мне? Пойдешь? Ну, такое себе, ну не это вот это. Что надо? А, холодильник. О, кстати, часы такие я видел. У меня есть. Были такие часы у бабушки, стояли, висели. Прям точь-в-точь такие же. А почему здесь 3:30 ночи? Если там 7 было. Картинки, вот это что такое? Так, звездочка. Знаю такую фигнюшку. Вот она. Ее, конечно, я не использовал никогда, но видел. Это что? Уже завтра 7 сентября. Уже завтра 7 сентября мы переезжаем. Диме нужно в школу, а у дяди Вити сломалась машина. Перед самым переездом. Мы и так столько времени откладывали. Теперь нужно думать, кого попросить нам помочь. Я надеюсь, что за несколько дней ты найдешь с кем забрать наши вещи из старой квартиры. Возьмем с собой пока самое необходимое. Позвони мне, как прочитаешь. Папа быстро решил, с кем перевезти коробки. Родители забрали все нажитые вещи из нашей прежней квартиры, даже эту записку. Сука, записку-то зачем? Я, если переезжал, я всегда весь мусор выкидывал. Перебирал все свои вещи и выкидывал все то, что я типа не использую или использую очень редко. Очень-очень-очень-очень-очень раз в год. Типа, зачем оно мне надо в новую квартиру? Где что, алкаши живут? Что это такое? Бутылки? Или это батяня наш? Вот отец, а? Это что такое-то? А, это, ну да, тут течет всегда. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем, но пойми, это всего лишь новая школа. Многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Да давай. Хорошо, мам, я помогу вам. Лём, как рэпер, он прям рэпует, типа, хорошо, мам, поговорим, а, помогу вам, задание от папы, расправь диван, помой посуду, приберись в большой комнате, приберись на кухне, вынеси мусор. Слышишь, ты тут понасрал, вот это понаделал, ты тут, ты еще понаблев, чего? Кто по клавише ударил? Понаблевал вот это вот все. Еще по ней. Ну да, вот это все. И почему я должен твои бутылки убирать? Вот это что такое? Здесь тараканы заведутся, будешь оставлять все это. Это протухнет, это плесенью покроется. Фу!
Батя, ты чё такой нечистоплотный? О, ушел. А куда ушел? Ты чё, дурной? Расправь диван и кресло в зале. Да, быстрее, там сиськи, сиськи. Нахер надо? Так, что происходит? Ну? Ты так замечательно расправляешь, просто взял и просто все на пол. Так кто там все двигает-то? Это я двигаю? По диван назад подвинул? Весы. Сколько вешу? Покажи. Чего? 160? 140? А не, 0. Ничего себе, я худой какой, а? Прям атлет стройный. Помыть посуду. Мы пошли. Мыть посуду. Все так знаешь, все так знакомо, все так нормально. Вот, кстати, в этих квартирах, рядом с кухней, вот здесь должна быть ванна. Да? Да, прикинь, я угадал. А здесь туалет. Да. Типа потому что если ты будешь рядом, здесь туалет, здесь будет все вонять, и ты будешь есть, и фу, ну как... Ты кто? Я тебя сюда не привозил, я только другого привез, а ты кто такой? Я кто, глаз подбил? Вы с кем уже здесь дрались? Вы с ним, что ли, с гоблином этим дрались? Ага. И кто победил? Ну, видно, что по глазу, что и он. Ну, а чё ты такой? Ну, не надо было выпендриваться, ля. Ля, ещё посуда. Фу, ну, вино. Только шолит. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записываю репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Кто это? Короче, мы блогер. Это текст на 2 секунды, как ты можешь читать его 8 это? Лет? Я хочу тебе ударить. Хочу тебе ударить. Что происходит? Так, вы переверились в большой комнате. А ты почему туда-сюда ходишь? Прибрался бы уже здесь, потом пошел бы там прибрался. Что ты вот это вот ходишь туда-сюда? Пойдем. Что происходит? Алло. Сука, у меня зажигалка сейчас пали... Сука, батя, это ты? Я сейчас тебя зажигалкой спалю, ты знаешь? Понимаешь? А? А? Смотри, зажигалка, сука. Ага, убежал, обосрался. Что-нибудь так с этим рубильником? Пойду включи свет. А, то, что вот это вот висит, это нормально, да? Там кто-то царапает. Там дверь вот так-то царапает кто-то. Или пилит что-то. Бляха-муха, ты что, дурной? Открой! А как? А здесь тоже перекрыто, а что делать? Кстати, телевизор тоже такой был, прикинь, диски, телевизор, все, все как надо. О! Кто? Ты тут? Закрой нахер. А, клавиши. Пойдем. Так, опа, купорка. Что происходит? Купорка. Кстати, ее должно в холодное место как бы ставить, купорку. А то она если будет на солнце, она же взорвется. Она же типа такая. Так что неправильно все это. Висят трусы. Ничего себе, балкон какой большой. Это не балкон, это лоджия целая. Через... Это одна квартира из двух? Допустим. А что мне надо? Куда ты выключаешь? Не выключай, ты что, дурной? Включи свет в коридоре. Включить свет в коридоре. Выпивка. А, подожди, этого же не было. Так, все вроде как надо. Да, ничего плохого. Ебаная ты мразь, сука! Фу! Фу! Нормально, нормально, мне понравилось. Нормально жахнуло, ничего не было. Тут на тебе, как вылетела какая-то мразота. А ты кто такая? А ты почему здесь? Я думал, будет здесь как бы вот этот... А кто тебя сюда приглашал, кстати? Что надо? Приберись в большой комнате. Пойдем. Так. Что надо? Прибираюсь. Нет? Возьми веник. Вот это вот сейчас начинается.
самый что ни на есть кошмар и ужас. Ненавижу прибираться. Ну типа, бля... Блять, кто ты, что за свиньи, что за... Как так непозволительно стучат, там кто там... Все, короче. А что такой грязный-то? Хоть бы, не знаю, помыл бы. Типа, или он уже, типа... А он, походу, уже все. Типа, гниет уже. Ну, это ихняя квартира, их дело. Что надо? Приберись на кухню. Пойдем. Зажигалку буду ходить, так мне намного легче, потому что я кого-нибудь возьму, сожгу. А он потом будет сам виноват. Так, ключи. Вот бы в жизни так. Вот ты пришел такой в комнату, думаешь, вот бы прибраться. И ты такой сидишь и вот так, ты сделал немножко и прибрался. И все, везде убрано. Так, осталось выбросить мусор. Так, ну давай. Нет. Тереть трещины. Это же дом развалится скоро. Это вы такой дом купили? А где мусор-то? Он должен же быть... Под всегда как бы он под раковиной должен быть. Может он там? О, стоит. Там мусор? Там мусор. А это мои кеды? Это я такой маленький? А я уже сиськи рисую. Надо выбросить эту дурацкую куклу. Ну зачем? Ну сейчас же придет, а потом не будет сисек тебе. Ну что ты творишь, а? Кто потом будет их рисовать тебе? Ты больше таких не найдешь. Что, куда идем? А, мы выбрасывать мусор. Ну выбросим мусор и вернуться домой. Ага, ну пойдем. Надеюсь, ничего здесь не выскочит. У меня уже что-то я проорался, немного горло побаливает. Чё? Это тут. Кто-то ноет. Кто ноешь? Чё ноешь? Не ной. Ночь на дворе. Спать пора. Мухи какие-то летают. Чё здесь происходит? Потом подумают, что это я. Ну как бы молодежь там постоянно что-то делает. Мухи летают. Так, а где... О, а что мячик тут делает? Ну давай. Обводим. Давай. Да не бей, давай отводить. Вводить будем. Стой. Да куда ты покатился? Да стой. Ну иди в другую. Да стой же ты, сука. Да ты что такой? Ну и лети сюда, понял? Так. Кстати, а где мемы? А не, вот они мемы. Так. Опа. Так я спускался, здесь никого не было. А сейчас вот он смотрит на меня. Я молодой, я ночью скажет, вот он, наркоманы ходят. И потом будет бабкам говорить, вот он, наркоман пошел. Я не наркоман, я пошел мусор выносить. Видишь, у меня вот мусор, он в карманах у меня, просто ты его не видишь. А я выношу мусор. Художника кто хочет, можешь обидеть, ясно? Будешь так говорить, а потом я стану профессиональным сиськорисователем, и потом ты будешь мне говорить, а нарисуйте мои, а я говорю, а вот повтори по двойному тарифу, ясно? Все ясно? Будешь меня обзывать, я тебя буду ничего рисовать, понятно тебе? Ты что, девочка звонка? Пойдем там. Почему дверь открыта? Тебе ли не похер, пошли домой. Тут влазят наркоманки. Тут неадекватная баба туда пролезла. Ты что, туда пойдешь за ней? Не надо, пойдем домой. Да домой пойди, там звонка девочка. Она сейчас придет и высосет с тебя. Будешь ходить вот это. Ой, дурной. Ой, дурак. Пойдем домой. Че? Найти выход. А ты нахер сюда заходил-то, а? Кто поет? Это жутко. Черт, что за глюки? Кто эта женщина? Это твой фанат. Она пришла, тебя закрыла, сказала, пока не нарисуешь мои, никуда не уйдешь. Вот будешь сидеть и пялиться на вот эти вот старые груди. А потом вся твоя жизнь пойдет под откос после этого, ясно?
Кто сюда это? Это сюда ж кто-то, да? А она не двигается. А что ты врешь? Что ты двигаешь? Ты просто вот так-то делаешь. Так, знаешь, вот она ручка. Сейчас покажу на чем-нибудь. Вот лампочка, вот типа эта ручка. И ты типа вот так, она просто вот так делает, и типа не крутит, вот так просто делает. Не надо здесь вот эту вот драму свою. Кто дышит? Ты что так дышишь? Страшно же. Ты это простудился, может, на улице? А что ты? А, он же в это, он точно. А, он, наверное, злится, я же его выбросил в мусорку. Ну, извиняй, а что ты такой дурной? Че, тараканы лазят? Слышишь звуки, куда тараканы лезут? Что-то лезет. Что-то лезет, стой. Что такое? А ее уже нету, она уже там что-то висит, что-то, да? Да еще пиздюки орут, все пищат. Что вам надо? Кто опять меня, кто заколотил вообще меня? Зачем меня? Один орёт, второй орёт, третий орёт. Кто орёт? Что надо? Куда мне? Давай сюда. Сюда. Куда угодно. Куда? Сюда. Пойдем сюда опять. Нет? А что надо? Мать, от тебя уже мухи летят. Помылась бы хоть. Заколотила себе туалет, ванну. Как теперь потом мыться, а? Так, записка. Поиграй со мной. А, в натуре. Но если ты меня откроешь, то я, может быть, поиграю, но не с тобою. Сиди там, дыши. Она просто это, профилактика, вот это дыхание. Ой, стоп, не дерись. Вот это дыхание, типа, профилактическое, оздоровительное. Это не злиться, это просто профилактика. Так, ну нахер, я иду домой. Ты сразу должен был домой пойти. Беги домой, быстрее. Я бы залетел бы пулей, даже бы... Я бы даже не бежал по ним, я просто взлетел бы, как ракета, по этим лестницам. И мне кажется, не домой бы я побежал, на улицу. А хер знает, куда бы побежал бы. Типа домой, там такая хрень. Не, я побежал бы на улицу, я побежал бы к этой ткани бы. Скажу, давай вторую рисовать. Одну нарисовал, давай вторую. Не, дождался бы 22:00, там бы у нее отец бы, ушел бы. Она же говорила тут позвонить. И я бы такой зашел, давай рисовать вторую. Какого хрена? Что такое? А ты что тут делаешь? Ну хоть уже улыбается ему хорошо. Что надо? Да. Дима, ты куда пропал? Ты часа три назад зашел к себе в подъезд. Моя комната выходит во двор. Я видела, как ты выносил мусор. Ты что, за мной следишь? Я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, и решил вторгнуться в чужое пространство. Но не думал, что прошло столько времени. О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Что? Ты уверена, что это она? Аня, а где ты нашла ту куклу-гнома и зачем мне ее подарила? Дима, с тобой все в порядке? Может, ты по голове кто-то дал? Я не дарила тебе. Ну как, ты оставила коробку с ним у двери рисунок? Дима, тут кто-то есть! Это что еще такое? Нет! Аня, что происходит? Что ты увидела? Аня бросила трубку. Ну еще бы... И сука, очумелые ручки. Ты задолбал меня колотить везде. Иди колоти на улицу. Ты что здесь устроил здесь гастарбайтерские работы? И как мне теперь пройти? А куда мне надо? Убирайся из дома. Ты еще в таком приказном тоне. Убирайся из дома. Это мой дом. О. Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? А здесь нету третьего шкафа. А подожди. Вот он один, второй. Вот этот, да? Окей. Сосчитай до пяти, иди налево. Здорово. Ты чё уже жрал? Чё у тебя рот в говне? Иди умойся. Дурачок такой, да? Найди 4 елочные игрушки, когда пройдешь через люк. Какой люк? Не сюда? А, вот он люк. В смысле? А я код-то не знаю. Давай.
Нет? Ну ладно. А как кот-то выглядит? Найди 4 елочные игрушки, когда придешь. 4 обведено. Это типа... Подожди, смотри. 3. 5. 4. 354. Так здесь 4. Подожди. Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? Сосчитай до 5, иди налево. Так, найди 4 елочные игрушки, когда пройдешь через люк. Поможешь мне, ножи надо посчитать? Подожди, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 3, 5, 6, 4, да? 3, 5, 6, 4. Ну давай. 3, 5, 6, 4. Нет. Давай. 3, 6, 5, 4. Нет. Сука. Вот оно, 3. Третий шкаф. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 5, 4. 3, 6, 5, 4. 3. Да я понял, отстань. Смотри. 3, 6, 5, 4. В машине 5... Нажать надо было. Левый КТРУ присесть. Бляха! Бляха, мурашки по коже аж от этого всего. Совсем дурная бабень. Хоть бы купалась, вот мне теперь это все гуталин ее оттирать. А че елки-то? 7 сентября. Сейчас же 7 сентября, сейчас же не это, не того. Песня же я пел, сейчас 7 сентября. Что надо? Убирайся с дома. А, ну пойдем. Так, сюда пока не заходи. А сюда? Где-то я видел ломик у папы. А зачем ты стучишься, если ты видишь, что здесь закрыто? Че, ломик теперь найти? Найди лом. А где лом? Что происходит? Что происходит? Кто-то ходит, кто-то что-то ворочает. Там наверху, походу, ремонт идет. Ха-ха, я его забрал, ищи. Эх ты, маленькая крыса. Где искать-то? Куда ты его дел? В ковер завернул. Это ж ковер? Да вроде что-то ковер. Чё? Ты чё, жрёшь? А мне? Чё ты жрёшь? А мне? Он за диваном жрёт. А, кстати, лом. Он за диваном жрёт. Он как крыса залез, чтобы я это не жрал. А, он за креслом. Ах ты козёл. Чё-то жрал за креслом. Чё ты там жрал? Дай сюда. Крысёныш. Взял, жрёт втихаря. Я как бы его друг. Я как бы, да, он... Петушара, а. Иди отсюда с моего дома вообще. Не делишься нихера со своим другом. Он спрятал игрушки для рождественской елки. И... Что это? Игрушка. Игрушка. Опа. Что такое? Тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкафу. Ну, давай. В шкаф. Что тут? Ну. Допустим. О, болторез. Сука! Чего?
Он сыт теперь, он жрал, он теперь там сыт. Ты что там, ты кошак что ли? Ты зачем? Под... А кто там будет убирать, а потом вонять будет? Ты что, охуел? Ты что сышь там? Хорош. Хорош, батя прибьет. Скажи, что это я. Или это не там? Подожди. Полторез. Так, а как бы игрушки я все подобрал? Где здесь еще игрушку можно найти? Одна игрушка есть. А еще игрушки. А, во, игрушка. Я же говорю, здесь еще есть игрушки. Он же говорил, 4 игрушки. Такое ощущение, что это здесь было. Но это не, никого здесь не было. Здесь это страшно туда идти. Ты дурачок? Музыка, ты дурак? А че дверь открыта? А кто меня замуровал? А ты какие, а? Блять. Фу, у меня аж как-то это внутри аж жарко стало. Оно как будто вот здесь, вот прям вот тут. А здесь у меня, короче, окно. И такое ощущение, что это рядом в окно кто-то постучал. Прям вот тут, прям рядом. Аж жарко стало. Фу. Нормально, нормально. Ха! Никого. А вот эту фигнюшку, кстати... Кстати, она должна прикрепить... Прикреплена быть здесь. Она не прикреплена, да? А вот так как-нибудь ее потеряешь. И потом... Иди отсюда. А что ты ноешь? Нет. Нет. Моя ванна, она чистая. Нет, нет. Иди к себе купайся. Ты что сюда приперлась? Ты вон там наследила. Сначала там убери, потом иди купайся к себе на первый этаж. Я понимаю, что ты заколотила. Очумелые ручки твои вот эти вот там заколотили. Ну отколоти. Я ж отколотил это все. А ты что? Совсем дурная? Еще иди, блядь. Это фукает мне. Обиделась, видимо. А чё обижаться? Четвёртая, наверное, здесь будет. Игрушка, да? Чё, это таракан? Я только что что-то видел. Это таракан был? О! Там есть что-то! Есть, есть, есть. Открой. Она не открывается. Ну ладно. Ты что, дурная? Мать, ты дурная? Ты дурачок? О, двери. Совсем дурная? Может, ты пойдешь за мной? Хватит в моем доме тут что-то делать. Это мой дом. Это мои вон... Да, стой. Это мои часы. Это мой... Моя звездочка. Мое окно, мое зеркало, моя елка. Иди отсюда. Моя ванна. Мой туалет. Тут долбит, как будто по ушам, как будто по голове. По голове себя постучи. А, кстати, с этого мы и начинали. Здорово. Давай игрушку. Ну и ебаный ты гусь. Наряди рождественскую елку. Ну пойдем. Ни хрена себе, мать, ты гимнаст. Тебе прям на Олимпиаду идти. Серьезно говорю, ты бы выиграла бы в Олимпиаде с такими-то данными. Мразь, сука, коза, козлина. Я так и думал, я видел, что она будет там. Потому что это предсказуемо. Ну, в каждом хорроре вылетает что-то внизу. Вот она сейчас появилась, и она там будет. Фу. А ты что с бухлом? С бухлом? А, не, мне показалось, он как будто с бухлом стоит. Проснись. Ты обосрался. Правильно. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас стучалку твою отрежу. Который, нахуй, бляха, стучать, который час? Чё материшься? Максимум, кого здесь можно бояться, это по идее старый что это было? Маньяк, который до сих маньяк, пор... Маньяк, слышишь?
Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? Какого Яшу? Я что, блядь, заснул? Почки-то до сих пор на месте? Какие? Что происходит? За ним охотится или как-то так? Так, а зачем я делал? Все было так реально, но я не мог никак повлиять на происходящее. Так, я не понимаю. Я тоже не понимаю. А, ебать! Сука, эта квартира сводит меня с ума. Это за такие вот хорроры, которые ты проводишь. Кукла, она еще здесь. Я не раз видел такую, здравствуйте, да. Какая? Мне нужно позвонить Ане. Ух, ебать. Ух, ебать, точно. Мы закончили инди-хоррор. Мне понравилось. Очень страшный, очень напряженный. Вот это вот... Проснись, ты обосрался. Вот эта вот бабёха, который в мой дом зашла, всё обгадила. И вообще вот... сиськи эти непонятные, которые он рисует, маленькие, несовершеннолетние, фу на них смотреть еще рано, поздно. Нельзя. 18 миллионов плюс будет. Покажешь мне паспорт, скажешь, вот он, смотри паспорт, вот так тыкаешь, типа, может это все зачесть, мне это не надо, нет, я кредиты на тебя не возьму. Как бы покажешь, там будет. Вот родился такого-то, 18 миллионов лет до нашей эры. Все, смотри сколько угодно. Я тебе скажу, молодец, иди, смотри, включу тебя даже на тап и будешь смотреть сколько угодно. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.